Спокойно, да. Так всегда бывает. За мгновение до финала. Если мой сын пострадал, тебя никто не спасет. Ни человек, ни зверь, ни бог. Он в безопасности, поверь. Счастлив, здоров. И так будет всегда. Обещаю. Где Элпиди? Где мой сын? Вдали от опасности и войн. Вдали от тебя. Я поклялся тем, кого люблю, что сокрушу орден! И поверь, я сдержу слово. Надеешься одолеть нас? В планы ордена входишь не только ты, Алексиос. Что? Думал, что это все лишь из-за тебя? Речь вообще не о нас. О самом ценном, что у нас есть. О мире. Война между Спартой и Афинами грозит испепелить не только Грецию. Кровопролитие охватило Персию и земли за ней. Ордену под силу спасти мир. И мы сделаем это. Мы, люди, теперь во всех сферах жизни греков. Мы проникли в ваше правительство, в ваши храмы и дома. Мы покоряем сердца людей. Сила ордена и деньги Персии помогут Спарте закончить войну. Новую главу истории напишем мы. Греческий народ – благодатная почва, и мы посадили в нее семя мира. Оно прорастет. И единственная угроза этому миру – ты. Хочешь войны, чудовище? Ты ее получишь. Уже получил. Ты проклятый. Самая страшная сила, которую видел орден. Ты пламя. Только ты мешаешь ордену достичь цели. Ты забыл о нашей клятве, друг. Артабан, я как раз думал, когда же ты появишься? Подумай обо всех невинных жертвах, Аморг. Ты хочешь мира, но какой от него толк, если он навязан тираном? Я сражался ради высшего блага, ради наших детей и их будущего. Я спас твоего внука, как спас Артаксеркса той ночью. Помнишь? Я спас его от тебя. Скажи нам, где Элпиди? Прости, но я не подвергну ребенка опасности, позволив ему растить его! Говори, Элпиди! Ну, говори! Простите его! С тобой! Он в опасности! Он мой сын! Помнишь, что истина, что я прочитал на ухо твоего сердца? Напомни, друг мой. Сила не помогла им защитить тебя. От меня. Да!
защищать тех, кого любишь, Аморг. Что я и делаю. Прекратится, Аморг! Никогда! Перебью вас всех! Но это невозможно, Алексио! Мы бомбы! Мы океан! Орден Дечен! Солнце восходит, но и заходит. Мое время пришло, друг. Мы были защитниками, Аморг. Мы защищали Персию и ее народ. Я и сейчас защищаю. Я всего лишь хотел спасти наш дом. Наш мир. Мальчик, Аморг, прошу. Он на островке, у побережья Мессини. Прекрасное место для рыбалки. Орден не отступится, Алексиос. Они всегда будут преследовать вас. Знаю. Орден — это не просто группа людей. Это идея. Идею не победить. Идею не уничтожить. Мечом нет. Знаниями, мудростью, другими идеями — да. Ничто не абсолютно, Аморг.
Ты сам учил меня этому. Тираны будут всегда. А ты, брат мой, всегда будешь убивать их. Ступай с миром, друг.